И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в игрушку сделаем открывание дверей в здание. Так, вот такая есть дверь. Теперь на эту дверь нужно сделать анимацию, а потом закинуть ее, значит, в проект. Нужно пивот переместить вот на эту точку. Вот на эту. Так, тройка на нампаде. Вот такая штука у нас должна получиться. Вот так вот. Так, теперь дверь перевязываем на вот этот пивот, Object Set Origin 3D курсор, и ставим семерка на нампаде верхний вот этот вид. Прописываем на первом кадре и lock rod. Почему не высвечивается окошко? Потому что в кейнге я поставил lock rod, чтобы не нажимать, не искать потом этот список, значит, окна. Так, теперь на 20. Какой тут у нас 21 кадр. Делаем R. Открываем полностью. И прописка. Так, дверь открылась. Закрылась. Все, теперь вот это все дело сохраняем в формате FBX. Файл экспорт. Формат FBX. И сохраняем туда, где у вас проект. Так, теперь открываем проект. Итак, давайте теперь рассмотрим, как все здесь настроено. Значит так, аж скрываем пока вот этот наш, значит, здание. Смотрим, что тут есть. Дверь закинута FBX-файлом в проект. Значит, у двери в DropSheet есть OpenDoor. Анимация, которую сделали сейчас вот только что, да? Вот, она открывает, закрывает дверь. Теперь что по настройкам? Настройки в Logic Basic вот этот. Смотрим, что происходит. Так. У нас здесь есть, первое, что есть у нас, это Hitbox. Как его настраивать, предыдущий ролик. Так, вот он хитбокс, и к хитбоксу привязаны все вот эти детали. Это притолотка, вот это все через Shift привязано Ctrl-P, Object. И когда мы поднимаем теперь хитбокс, видите, мы переносим дверь туда, куда нам надо. Так, что дальше? На персонажа у нас установлен Properties Player, вот он. Он стоит на Boolean. Создаете его, Add Game Properties, вот так. Переименовываете и здесь выбираете Boolean. Так, следом что у нас? Персонаж стоит на характере. Акцион включен и коллизия на капсулу стоит. Так, здесь изменений новых нет. Настройка хитбокса двери. Это сенсор, детектор. Так, это значит инвертация, инфисибл этот. И коллизия стоит на капсулу. 0,1 метр. Так, дверь. Вся настройка идет на дверь. Смотрим, что у нас есть. У нас настраивается коллизия. При столкновении с дверью у нас работает плеер. Плеер это у нас, значит, который я только что показал, созданы properties вот на этот хитбокс персонажа. Так, следом на дверь у нас установлена акцион, анимация open door. Пинг-понг, это значит у нас анимация только в одну сторону, а пинг-понг будет делать ее в две стороны, ну в разные стороны. Так, на дверь стоит у нас статика, и на дверь стоит коллизия, триангуляция mesh. Вот здесь вот выбираете, триангуляция mesh. Следом у нас стоит кнопка, клавиша E, это значит keyboard. Вот он, клавиатура. И также подключена, значит, к движению двери. Ну, в принципе, ничего сложного.
Так, как это все дело работает? А ну-ка. Alt-H. Возвращаем дом. Так, ставим вот в такое положение. Английское P. И, значит, персонаж у нас настроен по прошлым роликам. Идем, значит, в здание. И сталкиваемся с дверью. Почему? Потому что у нас стоит коллизия. Так. И открываем клавиша Е, открываем дверь. Заходим в здание. Точно так же разворачиваемся и можем дверь закрыть. Так, ну тут надо камеру настраивать, вот, чтобы как бы от него можно было смотреть. Дверь закрыта. Теперь дверь. Крутимся, вертимся. Персонажа я не вижу. Возможно, он куда-то отдалился. Так, если сейчас включим все это дело через камеру 0 на нампаде, вот таким образом, Shift-E, побольше отойдем, вот так как бы. Так, вид как-нибудь вот со спины. То тогда, включив игру, мы идем, значит, в дом. Так, давайте я, наверное, окошко побольше сделаю, вот так вот. Так, заходим, значит, W в дом. Поднимаемся. Сталкиваемся с домом. Е, открываем дверь. Заходим в дом. Находим, что нам надо. Подходим к двери. Е, английская, закрываем дверь. И все, здесь мы можем уже кайфовать, балдевать. Прятаться от каких-нибудь бандитов, да? Так. Так. Вот через порог я не могу сейчас подняться. Почему? Давайте посмотрим. Потому что у меня на хитбокс стоит угол максимальный 32. Если я поставлю его побольше 49, смотрим, что получится, значит... Пи английская, поперли опять в дом. И благодаря этому углу я могу преодолевать ступеньки. Значит, Е, открываем дверь, опускаемся. Так, смотрим, что да как. И пробуем выйти из двери. Вот я вышел, да, с помощью прыжка. Так, подходим к двери, жмем Е. Так. Е английская и закрываем дверь. Так, все, пошли дальше погулять. Единственное, что... Вот с домом у нас тоже как бы столкновение. Почему? Потому что у нас на дом что стоит? На дом стоит статика. И стоит, так, отключена коллизия. На дверь стоит, значит, статика и включена коллизия. Если коллизию отключить, смотрим, что получится. 0 на нампаде, P, W, значит, идем к нашей двери. И смотрим. Так, Е. В принципе, коллизию можно тоже отключать. Е, закрываем дверь. Ищем какие-то артефакты. Что тут где-то спрятано. Ну вот единственное, камеру надо поближе настроить, чтобы она как бы стены не цепляла. Так, отталкивает персонажа дверь. Ну как в старых игрушках, да? Преодолеваем легко, значит, наши ступеньки, и можно дальше гулять. Вот такая штука. Escape. Значит, вот такая информация. Итак, значит, вот такая информация.
все тут быстренько настраивается. Вроде бы все объяснил. Так, дверь статика, без коллизии. На персонажа установлен плеер, значит, properties создан с boolean. Так, ну и что тут еще? Значит, на hitbox двери установлен сенсор, детектор action, так, инвертация, капсула и коллизия, вот это с капсулой, compound. И настройки, значит, вот эти на саму как бы анимацию, да? Коллизия, коллизия, значит, актор, анимация и, значит, клавиша. Это клавиатура на клавишу Е. Вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.